Лекции для школьников проводят сотрудники центра и действующие пожарные. Ребятам рассказывают об истории пожарной охраны России, о правилах безопасности и действиях в случае угрозы или возникновения пожара. Профилактическая работа ведется и с детьми младшего возраста. До них важная информация доводится необычным, но интересным способом. Нами был разработан конкурс «Огонь – опасная игра» с 3-летнего возраста. Он проводится в детских садах. И дети в этом возрасте очень хорошо запоминают правила. И они даже вот играют в пожарных, учатся выходить из задымленного помещения, из горящего помещения. И эти правила, извините, они помогут в жизни. Кроме экскурсии и лекции, ребятам показали мультфильм о том, как важно, уходя из дома, выключать все электрические приборы. После просмотра школьники заверили, что усвоили информацию на отлично. Надо проверить, ведь все ли отключено газовое. Надо закрыть обязательно дверь, чтобы никто чужой не вошел. А еще надо быть везде и всегда осторожным, чтобы не попасть в аварию. Нельзя брать спички в руки. Зажигалку тоже. А вот если вдруг ты увидел пожар, то как ты будешь действовать? Звонить пожарным. А знаешь как? Номер 101. Принять участие в бесплатных экскурсиях и открытых уроках может любой детский коллектив. Все вопросы уточняйте по телефону 542 00.